Рядом с Афипским нефтеперерабатывающим заводом установили поклонный крест. Он знаменует начало строительства нового храма, который получит имя иконы Божьей Матери Владимирская. Церемонию освящения креста совершил митрополит Екатеринодарский, Кубанский Григорий. Здесь освящение Отца и Сына Святого Духа, освящается знамение сей креста. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Строительные работы будут осуществляться при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» Михаила Гуцериева и Афипского НПЗ. Расчищена территория, подготовлена площадка. По проекту здесь появится не только церковь высотой 15 метров и вместимостью до 100 человек, но и звонница, а также благоустроенный сквер рядом. Год назад это было только намерение, сегодня уже мы воплощаем в жизнь то, что нам позволил Всевышний сделать. Помощь Божья будет даваться тем, кто будет приходить в этот храм, храм этого предприятия. Более того, когда этот храм будет построен и освящен, верю в то, что он станет лицом этого предприятия и этого поселка, поселка Афипский. Поздравил работников завода и глава муниципалитета Андрей Дорошевский, назвав это знаменательным событием и выразив уверенность, что церковь в честь иконы Владимирской Божьей Матери станет не последней из тех, что воздвигнут у нас с Божьей помощью. После церемонии освящения креста и общей молитвы обменялись подарками и условились начать активную работу по строительству храма.